Ребят, всем привет! Вы на канале Join Games, и мы продолжаем с вами играть в симулятор пчеловода. И начинаем мы вот отсюда. Сейчас мы попробуем поставить наш новый рекорд. Я не помню, мы вроде бы на второй волне уже все, или на третьей. Сейчас, кстати, с вами это и проверим, сколько мы сейчас с вами можем продержаться. Так, берем ант, антпас, и все, и начинаем. Так, надо от этих антов, от этих муравьев бегать. Потому что они прыгают, и вот так вот стоять, прыгать не получится, ребят. Так, вот, бег нам это поможет, очень сильно поможет. Так, поэтому все, подбираем. Пчелки, сюда, к анту бегите. Так, давайте. Во, молодцы, победили. Так, и теперь мы все подбираем, все, что можем. И нам надо сколько? 6500. Ну, это, в принципе, не так сложно, потому что... Мы сейчас с вами это все, ну вот смотрите, уже почти собрали. Так, вот эту штучку надо, оп, все, отлично, и мы и бег подобрали, круто. Так, уже 10 тысяч надо собрать. Так, пчелки, помогайте. Так, надо вообще, пытаться, чтобы они вообще не достали никак. Как можно больше надо прыгать от них. Так, чтобы жизни у нас было много. Нет, не попадаемся, хоть вот это все надо подбирать нам. Так, сколько? 7500, хорошо. Бег нужен срочно, ребята. Как я без бега-то? Бег нужен. Срочно нужен бег. Я не вижу. И смотрите, не попадается, все. Так, 16000. Ай-яй-яй, пчелки, помогайте. Ну, нет. Так, пчелки, давайте. Так, у нас, кстати, пчелок вроде как уже меньше стало. Надеюсь... Они справятся? Давайте, пчелки, молодцы, смотрите, как я прыгаю, они меня даже достать не могут. Так, фух, да, не достали, хорошо. Все нормально. Давайте, пчелки, че, давай. Фух, хорошо. Все, молодцы, давайте теперь. Так, все, теперь добываем ресурсы. Мед добываем, и нам бы бег, конечно, с бегом было бы проще убегать от этих муравьев. Так, 11 тысяч, 12 почти накопили. Смотрите, ребят, осталось 2 минуты 55 секунд, но мы, в принципе, я думаю, мы это осилим. Так, вот это все подбираем. Кстати, смотрите, тут прям нормально так собирается. Так, вот эта штучка. Ой, смотрите, сколько антов. Нет, это как, смотрите, они с крыльями прыгают. Не, отстаньте. Вот эти, кстати, уже агрессивные. Нет, ребята, не достанешь. Ребята, мои пчелки справились. Вы посмотрите, сколько у меня здоровья. Очень мало здоровья. И теперь 24 тысячи, в принципе, ну, не так сложно собрать. Смотрите, мы уже собрали 14 тысяч почти. И пчелки, давайте все собирайте. Фух, у нас хотя бы сейчас ХП восстановится, жизни. А то вот эти вот с крылышками муравьи, они, конечно, да, серьезные. Они просто прыгают, и опасненько. Так, надо жизни восстановить как можно больше. Так, и еще минута 50 секунд у нас осталось. Надеюсь, ребята, мы справимся. Вот, бег, ну неужели? Начал появляться бег. Вот, здоровье. Это здоровье вроде бы или нет? Не знаю, вот это, ну-ка. Нет, не здоровье. Так, подбираем вот это все. Хорошо. Так, у нас уже... Вау! Смотрите, какой гигантский муравей! Пчелки, помогайте мне. Мне помогать нужно. Фух, прыгаем. Так, сколько осталось? Минута 20. Пчелки, вы где? Фух, помогайте мне. Так, рейдж подобрали, это здорово. Так, прыгаем. Вот здесь такое, конечно, не получается. Так, пчелки. Фух, спасайте меня. Так, отлично, смотрите, почти половина. Ну, мы, скорее всего, победим его. Я на это надеюсь. Прыгаем. Фуф, так, хорошо. Так, вон там бег, конечно. Так, фуф. Ну, у нас полная жизни. Так-то. Он только, видите, за нами бегает. Наших пчелок вроде как не трогает. Так, прыжок. Хорошо. Пчелка, кстати, смотрите, обратно. У нас полетела одна. Так, 300 здоровья у него осталось. Фуф, хорошо. А то мало ли я от него вообще... Буду убегать, а то вдруг он с одного удара меня убьет. Нет, нормально, все хорошо. Пчелки, смотрите, подмога пришла. Так, 200 здоровья осталось. Прыгаем. Фу, хорошо. Так, и 100 здоровья осталось. 100 здоровья. Давайте, пчелки.
Пчелки, 100 здоровья, 90. Так, ну-ка. Ну-ка, 60-50, ребят, ну-ка, что там нам дадут, интересно, за него? Оп, победили. Ну, хорошо, ладно. Так, и теперь добываем, сколько, 32 тысячи надо? 9 секунд осталось, скорее всего, мы не успеем 32 тысячи эти добрать. Ну, чуть-чуть нам не хватает, ребят, немножечко совсем, капельки. Капельки не хватает. Вау, вы посмотрите, какая награда, ребята. Да, это очень здорово, ребят. Ну, тикеты не дали нам, но зато... Очень много всего другого дали. Здорово, мне понравилось. 413 тысяч, ребят, у нас меда. Так, ну что, побежали дальше. Здесь мы выполнили у нас задание, да? И теперь давайте возьмем с вами бустер. Кстати, хотя можно без бустера пока что. Пока можно без бустера. Давайте мы вот здесь пробежимся. Пробежимся по всем... Так, здесь, да, здесь пробежимся. Ну, везде, сейчас подеремся со всеми. Так, а потом уже, наверное, возьмем бустер. Так, теперь полетим туда вот. Так, хорошо. Так, у нас тут будут сейчас мантис и жук, да? Так, пчелки, а вы где? Чего так долго летите? Ну-ка, 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 ну-ка. Хорошо, бег подбираем. Нет, не подобрал, а вот теперь подобрал, хорошо. Так, пчелки, пчелки, пчелки. Вот, хоп-хоп-хоп. Вообще быстро сейчас справляется с ним. Очень быстро. Так, и, кстати, у нас вроде как задание выполнено, да? Или нет? Или я ошибаюсь? Вроде бы ошибаюсь, да. Кстати, вот здесь мы давно не брали. Вот, 10 тикетов. Так, 10 тикетов. 10, тут 5 нельзя еще брать. Все, ну, 10 тикетов мы получили, да? Так, ну-ка посмотрим, что там по заданиям у нас. В принципе, да, у нас еще готовых нету. Так, спускаемся вниз. Тут у нас два жука, а ничего такого серьезного нет, потом у нас паук будет. Так, прыгаем, 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 прыгаем от них. Так, хорошо. Так, и сейчас будем драться со спайдером. Так, ну спайдер, кстати, вот когда я первый раз увидел спайдера, это было очень, блин, мне казалось, это прям мощный босс. Так, хорошо. Так, бежим дальше. У нас сейчас с вами, ребят, 416 тысяч меда. Я, насколько помню, мы все-таки решили купить пчелку, вроде бы. А потом, хотя, знаете, можно накопить на что-нибудь серьезное. Например, парашют. Кстати, да, парашют, наверное, мы купим. Так, давайте побеждать теперь волка. Ну, волк теперь выглядит очень таким неопасным, потому что мы победили сейчас какого-то там очень большого муравья. Он реально казался гораздо страшнее, чем вот этот волк. Да. Так, 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 все, подбираем, 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 подбираем. Хоп, все. Пока волк. Так, теперь сюда идем. Подбираем, 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 собираем, собираем. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, делитесь, 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 делитесь. Молодцы, пчелки. Пчелки у меня очень крутые. Так, и все-таки я думаю, мне как-то не очень нравится. Ножницы, почему? Не знаю, потому что они как-то вглубь, что ли, всего лишь зацепляют один квадратик, а вот магнит был, он как бы, ну, вокруг много собирал. А тут, хоп, один собрал и все. И как бы, ну, надо постоянно в движении быть. А там ты мог на месте постоять чуть-чуть хотя бы, а то тут очень, смотрите, вот постоянно так хоп-хоп-хоп-хоп. Быстро, конечно, да, он тут все собирает, прям сразу же, хоп. Один квадратик собрал. Но мне кажется, как-то он все равно не так быстро собирает, как хотелось бы. Так, значит, мы сейчас... Ну, сдавать, в принципе, нам нечего. Давайте вот здесь сейчас подеремся. Кстати, подождите, смотрите. Мы вот бегаем, и как будто мне стало казаться, гораздо чаще выпадает просто мед. Или это мне кажется, или это реально так оно и есть. Так, это я все как-то пропустил, не подобрал ничего. Так, ну тут надо все подбирать. Ай, не подобрал. Так, подбираем. Эх, бег не успел подобрать. Так, вот это все подберем. И я думаю, ребят, сейчас мы накопим с вами на... На что накопим с вами? На, наверное, на парашют. Мне интересно просто, ну что он, как вообще, что из себя представляет. Так, у нас сейчас, ну, не хватает 50 тысяч. Сейчас, наверное, мы с вами быстренько накопим 50 тысяч и... Пойдем покупать парашют, потому что рано или поздно мы все равно его купим. И сейчас, наверное, мы его купим. Потому что тянуть-то? Так, может, он нам будет, ну, пригодится нам и будет удобнее, быстрее, например, перемещаться, передвигаться.
Так, все подбираем. И потом, наверное, уже как-нибудь мы бустер возьмем и на что-нибудь другое начнем копить. Например. Так, на что бы, например. Ну, можно, в принципе, пчелку купить. Можно купить пчелку, но я думаю, все-таки, наверное. Ах, не успел до бега здесь добежать. Я думаю, надо что-то посерьезнее уже. Мы хотели за 300 тысяч купить наплечник, я помню. Еще один. Но. А, все как-то вот сейчас, не знаю. Наверное, или все-таки наплечник взять? Не знаю, вот, ребята, это такой сложный вопрос. Наплечник нам тоже нужен. И парашют нужен. И все, что там в магазине, нам надо. Ну вот, сложно. Что же все-таки выбрать? Наверное, парашют сейчас купим. Потом купим наплечник. А после уже наплечника будем копить на, я думаю, на самый последний там... Какой-то, не знаю, палка какая-то, которая, ну, мед помогает собирать. И потом уже после нее, не знаю, возьмем, наверное, сумку, которую еще больше. У нас сейчас 87 тысяч, ну, будет 200, если мы наплечник возьмем. И тогда уже, в принципе, как бы, ну, 200 тысяч это уже нормально. А если мы еще возьмем больше сумку, будет еще больше. И как бы, ну, можем быстрее собирать мед. И покупать кто-нибудь. Ну, вот это, кстати, мне за 20 пчелы, которые проход есть, где муравьи, мне очень понравилось. Прям, ну, там неплохие такие награды, ребят, вы же видели, да? Там около 200 тысяч мне меда дали, и там плюс всякие тоже, как бы, ну, вот эти улучшения и так далее. Ну, очень много тоже всего. Очень здорово. Так, все подбираем. Так, вот это тоже подбираем. Это тоже все подбираем. Так, у нас с вами 430 тысяч меда. И сейчас у нас с вами еще в сумке. Ну, не в сумке, в бочке получается. Почти 60 тысяч. Нам еще примерно 10 тысяч собрать. И все, мы пойдем сдавать и быстренько покупать парашют. Интересно, как он будет. Как вообще? Ну, я знаю, что то, что там, наверное, пробел нажимать нужно. Ну, вот как раз с вами и разберемся с этим. Интересно. Что же там парашют будет такого давать? Ну, мы можем, например, перелетать быстренько, да? Не бежать, а хоп, перелетели. Это, кстати, очень здорово будет. Так. Ну все, ребят, мы, в принципе, можем идти сдавать. Сейчас быстренько все это дело сдадим и пойдем покупать. Так, ребят, все, мы бежим покупать парашют. Сейчас добежим и приобретем долгожданный парашют. Эу, запульнули нас. Так, ну что, ребят, где же ты парашют? Парашют, ну-ка. Так, кстати, там сейчас росток. Надо на росток успеть, я думаю. Оп, все, мы купили парашют. Это хорошо. Так, росток. Хорошо, мы успели, ребят, на росток. Здорово. Подбираемся. Так, отлично. Так, мы тут не одни, конечно, но ничего, конкуренция. Так, собираем. Тут, конечно... А, кстати, смотрите, по 1200, неплохо, так. Ну-ка, подбираем. Так, вот здесь, вот это все не пропадать, это добро, все не пропадает. Так, хорошо. Бега нет, все, ребят. Все, что подобрать успели, мы подобрали. Круто, неплохо. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.